Приехала на разгрузку. Жду форклифт и будут решать, как они будут с этой дороги меня разгружать. То ли здесь стану, с той стороны, то ли посередине. В общем, посмотрим, либо буду туда-сюда переезжать, чтобы все это разгрузить. Немножко проехала на пыли. И разгружать будут вот сюда. Сейчас ждем, пока предыдущий трак разгрузит чуть-чуть в другом месте. Меня провели сопровождением сюда. И вот такие вот друзья меня тут встречают. Они были далеко, когда я приехала. Все ближе и ближе подходят. Градусов 20, наверное, так что разгрузка будет не тяжелой. Главное сейчас все это разгрузить.